может быть, удивитесь, но в моем представлении джаз – это огромная крепость, за которой стоит огромный город. И, значит, в этом городе четко обозначены траектории. И если двигаться правильно по этим четко обозначенным траекториям, то можно достичь огромной свободы. Как сказал один мой коллега, джаз – это четко обозначенная анархия. Это свобода. Говорят, что джаз – это свобода, но без глубоких знаний не получится тот результат, которым мы восхищаемся, слушая джаз. Обладатель Гран-при в Монте-Карло и обладатель титула «Лучший оркестр Европы» Тбилиси Биг Бэнд «Джаз из солнечной Грузии». Друзья, сегодня вдвойне приятно открывать международный 4-й джаз-фестиваль в Минске, потому что на сцене огромная сила. Это действительно настоящая армия виртуозов. А сейчас я прошу поаплодировать прекрасной даме, прекрасной женщине, прекрасной артистке, это легенда, это леди грузинского джаза Майя Бараташвили. Спасибо вам большое за такое помпезное представление, но легенда, я не знаю, стану или не стану, но я надеюсь когда-то, так сказать, внести свою лепту, популяризацию этой великолепной, уникальной музыки. Дай Бог, чтобы история сохранила мое имя как хорошей певицы. И я себя воспринимаю как человека, который способствует пропаганде этого высокого искусства. Несколько программ, несколько проектов, но вот сейчас в Минск мы приезжали с концертным оркестром города Тбилиси, с тбилисским биг-бендом. Мы выступили на джаз-фестивале, у нас было 2 концерта. Я в оркестре с самого первого дня его создания. Нужно обязательно отметить, что идея создания оркестра относится очень известному человеку, Гаюзу Канделаки. Этот человек харизматичен, он обожатель искусства, театра и джазовой музыки, большой знаток джаза, руководит оркестром Гивига Чичеладзе. Именно благодаря этому человеку оркестр звучит 100%. У нас очень богатый репертуар. Ну, представляете, да, в течение 18 лет наш оркестр работает в разных направлениях. У оркестра очень много осуществленных местных, грузинских и зарубежных проектов. Из зарубежных нужно отметить сотрудничество с великим человеком Бобом Минцером. Это великий джазовый саксофонист, американский, обладатель Грэмми. И еще другие музыканты, которые к нам приезжали, или оркестр
артист был ангажирован в разных странах Европы. Мы говорим о высокопрофессиональном оркестре. Оркестр очень часто, постоянно ангажирован у нас на родине в Грузии и за рубежом. Среди достижений оркестра – международные призы. В 2006 году организация, международная организация джаза в Монте-Карло присудила оркестру титул «Лучший оркестр года» 2006 года. А также в Грузии уже годом позже нам присудили титул «Грузинский бренд». Когда действительно выступил в Минске биг-бенд Тбилиси, минская публика просто улетела. Вы знаете, благодаря нашей деятельности в Минске уже искушенная джазовая публика, потому что мы были первые, и мы знакомим и продолжаем знакомить с выдающимися музыкантами из Нью-Йорка, да, из других стран. Но грузины – это что-то фантастическое. И представляете, два дня. Более 50 грузинов, да, в городе Минске, они буквально воспламенили. Такое было ощущение, что из группы саксофонов биг-бенда Тбилиси вырываются языки пламени. У них совершенно самобытный взгляд на музыку, на ритм. А затем, когда был день грузинского джаза, и я горжусь тем, что мы фактически одни из первых джаз-клуб, джаз-фестиваль отметили в Минске день побратимов Тбилиси, Минск, Тбилиси. Все грузины, они не только джазовые, они еще грузинские, понимаете, да? Грузинское многоголосие, грузинский хор – это особое искусство. Я бы сказал, пожалуй, вот если афроамериканцы, вот этот джаз-блюз, сразу видно, что оттуда пошел джаз, то грузины, они ни в коем случае не отказываются от грузинского.
И они никогда не будут просто исполнять американские стандарты, перепевать, скажем, Эллу Фицджеральд. Нет, они всегда напитаны солнцем Грузии, вот этим вот хором грузинским, да, многоголосием. Поэтому я бы сказал, что грузины самые самобытные в мировом джазе. Don't upset your heart when she's so close. Сегодня у нас в гостях легенда, прима, леди грузинского джаза Майя Браташвили. Это исполнительница феноменальная. Это первая леди грузинского джаза. Я побывала в Минске в 2009 году, когда я работала на телевидении, общественном телевидении, заместителем, то есть главой департамента по международным отношениям. И тогда, значит, мне пришлось возглавлять грузинскую делегацию на конкурсе Евровидения. Вот тогда первый раз мы, значит, приводили детей. Было детское Евровидение. И, значит, первый мой контакт с Минском произошел тогда. Мне очень понравился город, очень понравились люди, очень теплый, радужный прием, так же, как и сейчас на фестивале. Вы знаете, мы вот как-то успели все-таки посмотреть город, но в основном мы были очень заняты. У нас были очень интересные волонтеры, мы познакомились с интересными людьми. И вот тогда я как бы очень полюбила Минск, и мне очень хотелось сюда вернуться. Я вообще люблю одеваться. Это у меня от папы. Он очень красиво одевался в английских костюмах, весь такой в шляпе. И вот я обнаружила, что у вас очень хорошо развитое текстильное производство. И мне очень понравились изделия белорусского дома моды. Так что у меня в шкафу, значит, одно отделение, оно, значит, состоит из костюмов производства Беларуси. У меня, значит, в семье мама очень хорошо пела романсы, она стояла на профессиональной сцене, хотя она была профессиональным стоматологом. А у бабушки был очень красивый голос, колоратурная сопрано, так что у меня очень музыкальная семья. И вот насчет сольных проектов, я работаю с малыми составами, естественно, я много разъезжаю. Я работаю с трио, с которыми у нас приглашение, значит, на джаз-фестивале. У меня классическое образование по специальности фортепиано, по классу фортепиано. Я 7 лет проучилась в музыкальном колледже, очень серьезно к этому относилась. Я даже готовилась стать классическим пианистом. Каждый год мне приходилось исполнять концерты великих композиторов с симфоническим оркестром. Это мне очень много дало. Но после, значит, по обстоятельствам я стала на архитектурный. Я закончила технический университет, а позже уже английский язык, значит, факультет английского языка в университете, который мне очень потом пригодился, значит, на протяжении всей жизни, потому что у меня еще и менеджерская карьера, кроме музыкальной. Just when I stopped, open door, Thank you.
Don't you love first? Я никогда не исполняю музыку на языке, на котором я не говорю. Но мне пришлось все-таки нарушить свой принцип. У меня был сольный концерт в Мексике по приглашению посольства Грузии. И вот там мне пришлось исполнить известную песню «Бесаме мучо» известного композитора, любимого мексиканцами Консуэлито Веласкес. Это было исключение. Я исполняю, значит, на английском в основном, потому что вся джазовая классика она написана на английском языке. А еще у меня есть программа русских романсов. Я воспитывалась бабушкой на русском языке. Я на четвертушку русская, на четвертушку. Я не помню свою прабабушку, но меня воспитывали на русском. Меня до 6 лет. А потом уже, значит, я ходила в грузинскую школу, и литературу мы читали, это советский период, вы понимаете, всю литературу мы, всю классику русскую читали, значит, люди моего поколения, чего не скажешь, а молодых сегодня, мы, значит, у нас была возможность ознакомиться на русском языке. Я еще говорю свободно на английском, значит, знаю основы немецкого и вот несколько таких фраз на итальянском, но это будет слишком, значит. Но я вообще люблю иностранные языки. В 1995 году в Тбилиси значит, открылся первый джаз-клуб. И меня туда пригласили мои друзья, очень близкие друзья. И вот именно там я первый раз соприкоснулась с этой великолепной музыкой уже как исполнитель. На самом деле интересно то, что первый раз я джаз послушала, когда мне было 15 лет, когда я думала, что краше классической музыки ничего не было. И так и было на самом деле, и так и есть на самом деле. Классическая музыка восседает на троне, да, царском. Моя подруга мне подарила кассету. Значит, на этой кассете я как-то нехотя включила. И такая, знаете, мощная вибрация оттуда шла. И абсолютно другие ощущения. Я должна отметить, что для того, чтобы воспринимать правильно джаз, свинг, вот эту слабую долю, определенный возраст нужен для этого. Для молодого человека или девушки ниже, допустим, 15 лет, то есть должен быть преодолен пубертативный рубеж. Это по-моему. Для того, чтобы полностью ощутить красоту и пульс джаза, нужно быть, так сказать, созревшим. А мы сейчас продолжаем наш концерт известной темой любимой мною певицы Дайаны Шур. Это великолепный артист, который сподвиг меня на то, чтобы я начала развиваться в этом направлении. У нас была великолепная возможность с оркестром познакомиться с этим артистом в Юрмале. У нас были гастроли, приезжала Дайан Шур, и у нас была великолепная встреча. Мы с ней много беседовали, поснимались. И песня, которую она написала, она создала эту композицию в таком переломном моменте своей жизни, когда она встретила своего любимого человека – «Devil's Blues». Педагогами стали великие мастера
То есть были записи Сара Вон, Элла Фиджеральд, естественно, та же Дайана Шор, инструменталисты, Оскар Питерсон, я его просто обожала. Ну, естественно, грузинские музыканты, которые были намного старше меня, были опытнее меня, и многому меня научились. Там я в клубе научилась, как слушать партнера, что такое квадрат, как нужно, значит, вступать в диалог с коллегой, потому что слушать партнера и как бы подстраиваться тоже это отдельная тема. И вот всему, как работать с микрофоном, как не бояться сцены. Хотелось вернуться к теме нашего оркестра, биг-бенда. Мы работаем в разных жанрах. У нас очень интересные певцы, солисты. Есть, значит, инструментальная часть, а есть еще и вокальная. Я самая... так сказать, первая солистка оркестра. Я была первой, кто пришел в оркестр. Я этим очень горжусь. Оркестр для меня как семья. И она и есть большая семья, дружная. Мы все решаем вместе, советуемся, естественно, с менеджментом. Отличные отношения между музыкантами. Я думаю, что зритель это почувствовал на концерте. Меня очень удивило, приятно удивило то, как хорошо была подготовлена публика Минска. То есть они, зрители, правильно реагировали. Они аплодировали после каждого соло. Абсолютно музыкально подковано, как говорится. И во время концерта было приятно чувствовать, что происходил активный энергетический обмен. То есть то, что шло со сцены, и вот тот праздник, ощущение праздника, это нам возвращалось на сцену. То, что Минск отметил настоящий праздник мирового джаза в самом сердце города, 4-й международный фестиваль «Джаз ин Минск 2015», говорит само за себя. И я горжусь тем, что мы способствуем тому, что Минск становится столицей мирового джаза. К нам с большим удовольствием, воодушевлением, с большой любовью к стране, к городу, к белорусской джазовой публике приезжают музыканты из многих стран мира. Они влюбляются в наш город, они влюбляются в публику. И вы знаете, что характерно, в принципе, пожалуй, только у нас в Беларуси, да, у нас сохранился вот такой детский, очень красивый художественный взгляд на концерты, на творчество, на джаз. Очень надеюсь, что мы еще сюда вернемся, с удовольствием дадим концерты. Вот посмотрим, как пройдут переговоры. Мне говорят, что они бы хотели еще раз услышать джазовую музыку.
в моем исполнении. И я надеюсь, у нас будет возможность посотрудничать с местными музыкантами тоже.